Дорогие друзья, сегодня я решил снять видео, как очистить стекло на фаре. Она у меня мутная. Из-за чего это стало? Когда я ехал, у меня расширительный бачок лопнулся. Оттуда антифриз залило сюда. Здесь, оказывается, не герметично закрыто было. Что нам нужно делать? Чтобы очистить это стекло, надо отклеить. Здесь герметиком приклеено. Надо отклеить от самой фары стекло. Для этого нам нужно ножик взять и аккуратно пройтись, так очистить, отделить пластмассу от стекла. Только это все нужно делать аккуратно и не быстро. Почему? Потому что может в любой момент сломаться у нас стекло. Вот она прочная, но может как-то треснуться. Из-за этого мы это будем делать аккуратно. Я постараюсь его снять и потом очистим от антифриза. Чтобы легче было его отделить друг от друга, нам нужно, желательно вот надавить чуть-чуть, вот здесь пластмасса от фары имеется, на него чуть-чуть надавить, и она практически отделяется, и ножиком аккуратно пройтись. Одну сторону уже отклеили. Вот мы сняли стекло, и здесь у нас изнутри нечисто все. Тут, честно говоря, и пыль собрался, и дополнительно еще антифриз нам помог. Почему? Потому что здесь не герметично было закрыто, но если не герметично, и не все было приклеено. Из-за этого оттуда и пыль заходила у нас подряд, и то, что вода, все. Сейчас я попробую это очистить. Ножом аккуратно вот так. Аккуратно. Я видео остановлю. Потом, когда очищу все и стекло, эту пластмассу, продолжу. Этой жидкостью я решил почистить. Антифриз это у нас как бы маслянистая жидкость получается. Из-за этого почистили. Аккуратно изнутри тоже. Была мутной, стала чистой. Вот здесь тоже убрали герметик. Чисто все. Вот очистил стекло. Как новое стало. Здесь тоже фару тоже очистил. Пыль была здесь, здесь был антифриз вылитый, перемешанный с пылью. Было грязно. Ставим фару аккуратно. Вот это место вниз, где написано. Вниз, что было. И вот так надо посадить его на герметик. Для этого мы возьмем герметик, нанесем чуть толстый слой по краям, чтобы она полностью села. Чтобы туда и пыль не заходила, и вода, чтобы не заходила. У меня только такой герметик, желательно здесь нанести такого цвета. Вот, желательно нанести прозрачный или белый, конечно. Но у меня такого нету. Вот здесь по краям так нанесем аккуратный слой. Вот я нанес герметик аккуратно все. Кругом сейчас приклеим.
маски немножко надо подержать, чтобы она хорошо села. Она приклеилась. Надо оставить где-то час примерно. Ну, сразу, если поедем, тоже ничего страшного. Но желательно оставить где-то час, чтобы она высохла полностью. Видите, внутри тоже чистое, аккуратное стекло. И как новая фара получилась. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь.